Так, ну Славку мы, ребят, вот встретил. Ребята похмеляются. Здравствуйте всем. Всем привет. Спасибо Славке. Спасибо всегда ему. Новость, ребят, у меня печальная для вас. Космос умер. Он умер в тот же день, когда его скорая забрала. 21 числа. Ну, в больницу привезли, и он умер. Такая вот фигня. Сегодня, я сегодня ездил. Он крепкий мужик был. Крепкий сердцем был. Я сегодня ездил в эту, в Боткинскую больницу. В Боткинскую больницу. Ну, ты говорил мне утром, да, что поедет. Он там лежал, да? Пиздец. Нахуй мне так. Космос, пухом тебя земля, брат. Ты был хороший человек. Плохое я говорить не надо сейчас. Написал в одноклассниках, сестра там заблокировала это, свою страницу. Сестра уже знает, да? Нет. У меня только одноклассники. В одноклассниках я не могу ей написать. Я написал там всем друзьям ее. Но один это сказал, передам ей. Чего? Ну да. А я бегал, а кто я такой? Мне никто ничего не говорит, я же не родственник, ничего. Он лежал сначала в морге, там, в больничке в самой, а потом его отвезли в первый, этот, судебный морг. Короче, такая хуйня. Да, прикинь. Вот так мы и погибали. От этого. Куда деваться? Да, надо работать. Сиди, а не бросай. Какую-то новую шляпу придумали, да, этот твистер какой-то. Кто бы его отвез, блядь, на экспертизу куда-нибудь? Что туда льют, блядь? Что, зрение пропадает, ноги отказывают. А, блядь, Слава, он будет выкнуть. Помяните космос. Не, я Валерий. Я же говорю, Валерий. Я же пойдем отойдем. А? Пойдем куда? Пойдем, да, покурю с вами. А? Сигнал. Я молодой. Я вот взял на ночь. И все. А что это значит, что ты ему отдаешь? Вот рядом. Да мы хлеба один. Отстань от меня. Так, вы... Ребят, сегодня еду в морг, короче, сейчас. В морге? Да. Его сейчас думают забирать? Я не знаю. Я не знаю. Попросили паспорт. Вот, вечером я им отдам паспорт. Ты тут сядешь? Ну, давай здесь сядем. А там как будет... Блядь, я на дорогу кинул. Ой, что ты, Слава, блин? Я сутер. Да я говорю, я плюнул, а он вытирает. Я ж не тут плюнул, где мы пьем. Саня проебал, а кепку вчера свою. Кепку проебал? Ну, черную, тусливую. Ну, видно, поверьте, там все путано. Я вчера где-то видел, а где я видел? Не здесь. Я на Новослободке видел, валяется на дороге черная кепка. Что-то белый значок вот здесь какой-то. Ну, значит, моя была. Это аж на Новослободке там вот. Как колченку. Да, ты сам захотел. Ты сам сказал. По чуть-чуть. Надо было по чуть-чуть. А, так, теперь думай сам. Давай, чокнем. Не надо. Не надо.
Да, Артёк, я манал. Вы за космосом. А нахер чокаться. Я лучше уебусь головой. А чокаться не хочу. Бо открыто откровенно за Царство Небесное. Короче, люди добрые. Личности и человека. Я ушел. Дай сказать. Дай сказать. Слава, дай сказать. Хорошо, пожалуйста. Люди добрые. Короче, обращаюсь к всему миру. У нас тут умер хороший друг. И все такое, да. Вот мы сейчас пьем за него. Нам Саша помог. За космос отдал нам выпить, чтобы мы упомянули его. Подписчики нам перечислили немножко денежек. Спасибо, ребята. Небесное, брат у нас. Спасибо, да. Космос. Я говорю, из Миша, говорю. Царство Небесное. Царство Небесное, да, и пухом он на земле. И чтоб он нас тоже не забывал. Душа ж, ну, жива всегда. Конечно. Ну, да, тело только умирает. Да. Как шмотка износилась. Все. Вот, шмотку сносил, все, она порвана. Чувак, без ботинок, блядь. Ебать, копать. Ботиночки в пакетик положил. Ноги все в мозолях. Ну, гандон, блядь, ебаный. Ебанутые, нахуй, люди. Перевязку я сделала. 2 дня не делала, потом 1 раз сделала, да? Она так у тебя никогда не заживет, нога. Нет, да я вообще шорты ходила. Я штанду купила, рюмку ходила. Какие-то ошарашки здесь появились, да? Ну, да. Да хуя. Вот. Вот двое сидят. Вон он, третий пошел. Вот этот гусь какой-то. Четвертый. Это они, наверное, все космоса боялись. Космоса не стало. Царство Небесное. Начали приезжать сюда. Аслан нигде не попадался по пути? Где ж они ездят, блядь? Вчера я их не видел. Да, этого 2 дня не видел, потом 1 день увидел. Их только ночью можно поймать, да, на базе? Погода в Москве. Моря и океаны. Телефон мне не долбанет. Где-то рядом там в переходе стоял, где-то молния лупанула прям рядом. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Река. На дороге река. Короче, такая хуйень. Ёбаный да и дребедень, блядь, это охуеть надо нахуй, пацаны. И мои дражные девушки. Иду, блядь. Ебать нахуй на баб гляжу, блядь. Такая хуйня на повестке чудо дня, блядь. Это такая поебень, мать драшен дребедень. Я все понимаю, но майку не снимаю, блядь, нихуя себе смотрю. Балда дымится, блядь. Вот такие ягодицы, блядь. Шмяк, вот такая вот хуйня. Здравствуй, жопа, бля. Я посмотрел на эту хрень, чуть не охуел, блядь. Ёбаные тапочки, блядь. Почем заборы, блядь, описаны, блядь, и все, о чем расписано, блядь. Такая хуйень происходит. Я посмотрел, чуть не охуел. Ну нихуя себе, блядь, вот эта гражданка ебаная, блядь, пиздец. Вот такая жопа, блядь, во всю эту, нахуй, ебучую скамейку, блядь.
охуеть. Это ж надо, блядь, умудриться, чтоб такое, блядь, родиться. Охуеть, блядь, ёбаные тапочки. Я посмотрел, ну, конечно, с человеком пообщался, сам чуть было не охуел. Нихуя себе, засрань, появилась в эту срань, блядь. Вот она, идет. Байдерашин самолет, блядь, охуеть. Я сам охуеваю. Говорю я ей, подруге, стоишь, какие булки ваш упруги. Так хотелось, блядь, схватиться, чуть не оказался, блядь, в милиции. Нахуй нужен был такой ужин, этот ебаный, блядь, такой ужин, блядь. О, тяга. Давай. Я вообще в ахуе. Короче, блин, эту тетку посмотрел, сам чуть было не охуел. Вот такая Майдерашин дребедень происходит почти что каждый день. Похмелье пошло на пользу. Да вообще пиздос, разнос паровоз, блядь. Это охуительная тема. О, вот такую ты видел, мадам. Старое чудо, пылесос, блядь. Да лучше плавать по волнам. Тихо, блядь. Да нахуй такие волны, чем я ебал в рот, нахуй, эти волны, блядь. Я лучше разобьюсь об скалы. Я лучше, блядь, пойду передерну, блядь, лысого погоняю, нахуй, не нужно, блядь. Ох ты, и дрыть, смотри. Неужели это все мое, блядь? Да нет, это не мое, нахуй не нужно мне такое, блядь, это все. Слишком много всего. А прокормить, представляешь? Да слышь, я ее пока туда затащу, блядь, мне МЧС придется вызывать. Там, через крышу. Нахуй мне нужен такой ужин, блядь, ебаный насос. А рухнет потолок, нахуй. Потолок, да нет. Пиздец, она провалится там, нахуй. Я сам, мне самому страшно ходить, блядь. Ёкарный бабай. Нихуя себе вот эту тетю Мотю, блядь. Иди, блядь, затяни нахуй такую, блядь, свиноматку нахуй. Объемный кран. И, короче, наливай нахуй, и все, трезво обсудим. Разбериментованное, ты видел. Пошел дымок у чувака из-под капота. Ну, быстренько заглушил. Кто это, бля? Еще только не увидишь в этой Москве. Крышняк рвет у каждого по-своему. Погода плачет. Не дает, ребята, мне погода доехать. Погода и другие различные проблемы. Мелкие не дают мне сегодня, я уже 2 часа еду до морга. Вот теперь дождь валил. Не могу перейти на следующую остановку. Капец какой-то. Кантемировское метро приехал. Теперь надо на автобусе доехать. 8 остановок. Кошмар. Медицинской экспертизы. Конечная. Забудешься нафиг. Куда идти?
Добрый день. Я бы хотел выполнить свой гражданский долг. У вас находится неопознанное, невостребованное тело в морге. Я знаю этого человека, у меня есть кое-какой документ на него. Я могу... К вам не знаю какого, он поступил в Боткинскую больницу 21 числа и в этот же день скончался. Вот. И был он, да, в Боткинском морге, да, а потом его перевели сюда, да, в прошлом уже. Посетитель номер 38 приглашается к оператору номер 1. Я там сообщал его данные. Может быть, он уже у вас как опознанный? Да. Что вам нужно подтвердить? Вам нужно поехать в ОМВД Беговая. Посмотрите, опознать его или у них прямо на месте по фотографии привезти нам 4 протокола опознания. Временное удостоверение личности, мы делали паспорт, оно уже просроченное, но... Мне не обязательно получать тело, я хочу его опознать и сообщить родственникам. Мне куда его забирать? Может быть, это не он. Не понял еще раз. Наколки у него были? Да. Много? Да. И глаза у него нет левого. Да. Я понял.
Угу. Я понял. Все ясно. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые подписчики, все, кто смотрел нашего легендарного Валерия Александровича Аданькина «Космоса». Все видели, все слышали. То есть через полицию только, ну, в принципе, я могу это сделать. Съемку там наверняка не разрешат, так я видели, да? Тайком поснимал немножко, хотя бы видно разговор. Значит, ситуация следующая. Я сегодня все, что сделал, все, что мог, я сделал. Я сегодня передаю. Я не стал здесь палить паспорт. Вот. Хотел просто, чтобы для канала зайти туда, да? Чтобы люди, которые смотрели и переживали за этого человека, что-то знали о нем. Что дальше, как, какие процедуры будут производиться дальше. Но ничего у меня не вышло. Тело его, фотографию мне показали на экране, на мониторе компьютера. Это он. Вот. Что еще? Значит, я передаю паспорт родственникам. Созвонился я вчера с Ириной, с сестрой, и с Алексеем. Это муж сестры. Вот, они вроде бы готовы похоронить его. Ну, я не знаю, там... Недешево это стоит, ребята, очень недешево. Социальные похороны, за которые надо еще побегать, собрать там кучу бумаг. Социальные похороны обходятся в Москве около 100 тысяч рублей. Я думаю, даже если и есть такие деньги у людей, находящихся в таком, как бы... Как сказать, находящийся в таком отношении, да, с умершим. То есть, в принципе, он никому не нужен. Вот. И целесообразность тратить 100 тысяч на его похороны, наверное, тоже нет. Если только с этической точки зрения, да. Но этику здесь оставляем. В стороне остается только факты. Поэтому я отдаю паспорт. Дальнейшие действия будут производить родственники. Родственники. Сестра и муж сестры. Соответственно, какая информация будет от них, я попрошу просто их передать окончательно. Закопали его, значит, кремировали. Ну, его, наверное, не наверное, а 100% будут кремировать. Как бы так. Всю информацию дальнейшую сообщу вам. Смотрите видос, подписывайтесь на канал, ребята. Вот такой у нас печальный момент в истории нашего канала и наших людей, которые снимались у нас на канале. Всем спасибо огромное, приятного просмотра, хотя здесь нет ничего приятного. Подпишитесь на канал. И поздравляю всех подписчиков. У нас 8 тысяч. Двигаемся дальше.